Всем доброго времени суток, дорогие мои друзья, с вами Акамарачи, мы с вами играем опять в Рогалию. И я тут вот общаюсь с ребятами, как заработать деньги, вот пишут, и нашел все-таки, как можно заработать денег. Можно бегать по лесу, искать пни и копать пни. А с них падают вот такие вот корни, корень охотника называется, они... Так... С низким качеством. Так, надо сейчас спросить. Так. На что низкое качество влияет, чтобы хотя бы немножечко представлять. А, на максимальный вес. Это вес, при котором персонаж начинает замедляться. О, вон оно как даже. Ё-моё. Лошадь. Так, лошадь мы можем, кстати. Можем оседлать. Так. Оседлать. Не понял, а что он не оседлал. О. Это будет быстрее намного, гляньте, как офигенно. Давайте теперь будем искать с вами пни и будем их копать. Блин, лошадь это вообще просто какой-то кладезь, гляньте, вообще кайф, мне так нравится. Ну, пней нету, если честно, как вы видите, с пнями какие-то проблемы. Ух ты, блин, волки, волки, не, волки нам не нужны. А коню вообще пофиг, сколько ты несешь. Да, конь реально вещь. Так. Кролики, овцы, гуси, что только нету, только пней нету. А рубить самому деревья постоянно, ну как-то это не очень мне хочется. Ну, по крайней мере, у меня такой вот план. Поискать, накопить этих корней, семена винограда. Ух ты, вот это, я думаю, нужно взять. Хотя бы парочку посадить, даже можно больше, вот три. Три семени посадить у себя. Саженец пшеницы, ну это мы как бы трогать не будем. Я думаю, для коня надо еще поставить какой-нибудь загон и его, так. Машрумс какой-то, ну это грибы, естественно. Саженец перца, нет, это все мы трогать не будем. Куда-то мы вообще с вами убежали в пустыню. Мир тут большой, я так понимаю. Даже, ох, ё-моё, гляньте, какой огромный мир. И есть огромные дома, вот я там смотрю людей. Тикс. Сейчас спросим. Запни. Так, вот так вот сейчас спросим. Да, ёшкин матрёшкин. Каменная глыба, нифига себе. Опа, вход в пещеру. Dark player. Так, игрок какой-то, да? Ничего у него тут нету. Это типа как аукционер какой-то. Непонятный. Есть вход в пещеру, но мы туда, естественно, не пойдем. Что-то прям до хрена. Там может таиться опасностей, поэтому нет. О, нашли чей-то клейм, смотрите. Ох, нифига себе, ребята, у него тут. Вот это у него тут дом. Вот это я понимаю. Офигеть, мне бы такой. Это уже крутой тип. Разросся. Расстроился. Блин, конечно, да, круто. Это определенно круто. Блин, ну походу
С пнями не везет, если только самому рубить. А самому рубить что-то мне не хочется, если честно. Блин, волк, нет, к нему мы не пойдем. Кошка, что мы с кошкой можно? Можем ничего. Наше путешествие, вот это наш клейм, наверное. Нам надо к нему бежать. К нему, чтобы вернуться. А мы далековато с вами убежали. Ну, короче, примерно как-то вот так нам надо бежать, и мы тогда вернемся к своему дому. Ту-ту-ту-ту-тун-ту-ту-тун. Но конь это вещь, гляньте только на скорость бега его, это вообще, на скорость бега, на скорость передвижения, это бомба, просто бомба. Мне очень сильно нравится. И надо все-таки повышать, наверное, фермерство свое. У меня есть один корень, значит, я смогу его продать. Там написано, вроде писали в чате, что 50 золотых на ауке этот корень скупают. То сможем неплохо получить денег за это. Вот. Почти добежали до своего клейма. А это хорошо. Очень даже хорошо. 50 золота, это нам хватит сразу оплатить практически все наши с вами проблемы, которые у нас есть. Ну, то есть, я имею в виду жилье там оплатить такое. Так, ну, где мы клеим? Я уже должен был прибежать к нему. А, ну, почти. Собака. Вот еще один там волк. Что-то я, наверное, запутался, да, или потерялся. Хотя нет, практически на месте. Пишет. Пишет, что почти на месте. Вот еще кости. Вот если увидите вот такие вот кости, то обязательно их собирайте. Почему? Потому что они нужны, чтобы сделать иглу, еще какую-нибудь лабуду. Поэтому нужная вещь. Всегда собирайте такую штуку. Так, это что у нас такое? Булыжник, каменная глыба, булыжник. Руды никакой нету. Может быть, в той пещере семена льна. Давайте вот это еще заберем. Хмель брать мы не будем, он нам не нужен. Ну и вот мы с вами добежали, я так понимаю, до своей. Да, вот наш клейм. Да, вот мы до него добежали, маленький такой. Надо теперь выкопать вот здесь всю ерунду, которая у нас есть. На коне можно копать? Нет, надо слезть. Надо еще у нас сколько? 3-5 семян у нас с вами. Нам надо еще 5. А нельзя выделить? Нет, нельзя. Вот это, конечно, огорчает, что так нельзя. Надо вот где зеленая трава, землю надо дважды вскапывать лопатой. Так, лопата, наверное, уже все откинулась. Во. После того, как вы дважды вскопаете, уже можно будет сажать туда растения. Можно было, конечно, вот тут вскопать, чтобы дважды вот здесь не перекапывать. Но, увы, хочется, чтобы было все, знаете как, аккуратно, но безобразно. То есть, чтобы все было красиво. Поэтому, так как любим красоту, перфекционизм, будем копать здесь. Дуристика, конечно. Ну, раз, два, три, что, четыре. Вот как раз 5 семян мы сейчас посадим. А потом мы это все сможем собрать, эту лабуду. И это нам даст огромный плюс. Так. Берем семечку вина. Ох, нифига себе. Так, а ну-ка, что пишет? Бывает, конечно, можно найти пни, оставленные другими игроками, но это как повезет. Ага, так, это у нас тоже надо много, да? Семена винограда, семена льна. Короче, надо копать и копать. Ну, сейчас я выкопаю и тогда уже продолжим.
Итак, ребятки, пока я тут немножечко занимаюсь благоустройством своей территории, мне вот это дерево мешало, я решил срубить и пень. Естественно, собираюсь выкопать сразу же пень, чтобы вдруг как бы повезет и опять выпадет корень охотника, тогда будет уже 100 золотых. Давайте глянем. Повезет, нет? Так, не увенчалась успехом, по-моему, написали. Короче, не повезло в этот раз, но ничего, бывает. Так, топор. Надо, короче, вот это, конечно, все экипировать постоянно. Короче, сейчас уберем вот это дерево на доски. Вот это вот надо будет сейчас попилить. Так, пила, рубить. Пила. Надо, естественно, взять и пилить. Надо еще что-то делать с железом или с камнем. Ну, короче, надо что-то будет придумать. Блин, у нас сытость падает. И еще... Так, пилим. Сытость, сытость. Камни так, потому что их дохрена, на которые вещи собирать лень. Но в основном это не обязательные постройки. Но, например, если хочешь построить стены камня, то их надо много. Рецепт заросшая стена. Ну вот, например, 26 на одну стенку. Так, землю выкидываем, потому что нам нафиг не нужна. А доску забираем. Так, теперь доску сюда. Тут у нас еще дрова выпали. Еще корень, ребята, ребята. Блин, ну я, короче, радуюсь просто. Два корня, это, конечно, бомба, реально. Два корня, это... Это четко. Текс, корни. Еще вот надо сплести одну такую корзину, насобирать полную корзину камней и пойти на аукцион, продать все эти камни. Заработать тоже деньги. Наверное, этим мы с вами и займемся. Так, закрываем вот это и скидывать сейчас будем вот сюда. Тадык, тадык. Отлично. Отлично. И надо еще сплести одну корзину. Итак, ребята, пообщавшись немного вот с человеком, пораспрашивав, что, как, куда, немножечко уже начинаю вникать. Сейчас поедим с вами, потому что уже голод. Голод, еще есть усталость. Усталость водичкой хорошо лечится. Вот такой вот огородик я небольшой сделал. Пришлось неплохо потратить времени. Долго это все, конечно, копать, если честно. Теперь я хочу сделать костер, но для этого нужен там камень и всякая такая лабуда. Ну, наверное, даже не знаю, есть ли его смысл делать. Пойдем по пути наименьшего сопротивления. Сейчас возьмем дрова, возьмем свою лошадь любимую и попрем. Тут есть же у нас этот, скажите, кострище рядышком, кто смотрит серии, тут видел. И, естественно, сейчас мы там разведем огонек, поджарим волчатину, поджарим курятину свою, куриную грудку. И покушаем. Вот наше кострище. Интересно, мы его можем забрать с собой? Переместить. О! Отлично! Получится, нет? Вы слишком слабы. Так. Сортировать, потушить. А ну-ка поджечь. Во. Так, открыть топливо. Давайте-ка вот это сюда мы так можем сделать, нет? Так, а куда мы? Лошадь. Спешится. А куда я дел волчатину? Я что-то не понял. Нельзя использовать в качестве топлива. Съесть, выбросить, разрушить информацию, открыть, поджечь, сортировать. Так, потушить, переместить, открыть. Ну да понятно, топливо. Странно, вот я куда-то нажал, волчатина, наверное, может в мешок закинулась какой-нибудь. Вот я не понимаю, когда ПКМ нажимаешь, куда она пропадает. Значит так, наверное, нельзя, да? А как же ее тогда
Информация. Так, можно запечь в печи, можно и нажарить на сковороде. Может еще какое блюдо сгодится? На сковороде, в печи. Ничего такого нету. Короче, значит, мы просто будем вот так вот есть. Все понятно. Мой косяк. Давайте потушим костер. Не думал я, что такое возможно. Получается, мы просто волчатину. Так, заполнить. Опустошить. Можно на один и на два. Вот так. Но я думаю, вы понимаете, да, что я делаю? Или нет? Вот, точнее, на один, на три. Вот он попил, видите, на один, на три. У него сытость падает, но зато у него бодрость повышается. Вот он попил, ему хорошо, все четко. Но сытость. Ничего, сейчас мы еще попьем. Вот, 96, отлично. Сытость это не проблема. Сейчас мы ее догоним, эту сытость. Чем что-нибудь покушаем. Те же самые, давайте сорвем яблоки. Яблок покушаем. Они хоть и не сильно восстанавливают голода, но смотрите, 78 они нам восстановили. Сейчас мы еще соберем энергии. По 10 дают. Как раз мы и не переедаем. Вот 108 нам отлично. Так, лошадь моя, седлать. Поперли, поперли наши городские. Ток-ток, цок-цок, цок-цок. Так, сучок яблони, палка. Сделаем сейчас корзину, как я и хотел. Давайте сейчас мы сделаем корзина из коры. Так, корзина из коры маленькая, да, плетеная корзина. Так, свои вещи. Так, кружка из коры. Нет. Нам нужна вот ветка, прутик. Давайте мы построим. Так, вот так вот. Нам нужна ветка, палка. Это сук, это палка. Короче, нам нужна ветка и прутик. Сук, а ну-ка сломать. Это у нас что дает? Палка. То, что нам, короче, не нужно. Нам, значит, нам нужны чисто ветки. Выбрасываю вот эту всю огудину ненужную. Так, давайте, ветки нам надо. Ветки, ветки. Ох, как неплохо. Давайте, чик, чик. Надо 8 веток, неплохо. Нам надо еще 4 ветки. Вот в этом и есть немножечко тут вот эти вот проблемы, потому что вот с ветками тут может быть прям... Прям. Угу. 4 ветки есть. Теперь прутик. Но это тоже надо ветки. Их преобразовывать. В принципе, ничего сложного тут тоже нету. Сделать корзину и потом уже собирать камни. Да что такое? Подлагивает. Сорвать ветку. Там их, по-моему, 4 надо было. Сейчас мы это сделаем. Так. Сорвать ветку одну и сломать, да? Там у нас прутики получаются. Отлично, корзину мы сделали. Теперь корзину мы сможем носить над головой. А, 6. Так, опять мой косяк. Так, сорвать ветку, еще надо 2. Все. Отличненько. Корзину можно носить над головой. Строим. Все, выживание поднять. Вот так вот. А ну-ка, можно на лошади еще плюс ехать? Оседлать. Вообще, гляньте, это какой-то этот. Даже не знаю, как это назвать. Блин. Ну, короче, вы меня поняли. Это что-то с чем-то. Каменная глыба. Может быть, вот эту каменную глыбу расхреначим? Каменная кирка экипировать. А, мясо мы, видите, мы, короче, мясо куда-то закинули. Он, наверное, ее на Ctrl этот экипировал. Идиот.
Так, отколоть, раздробить, давайте отколоть. Сейчас будем камни собирать, складывать в корзину, потом ее поднимем и пойдем на аук продавать. Навык обработки камня увеличился. Но мы ничего, по-моему, не добыли, да, из этого. Опять увеличился, но как-то ничего, да, не происходит. А что мы делаем? Мы пытаемся отколоть. Да, но видите, ничего не происходит. Это печально, мне такое не нравится. Давайте тут попробуем отколоть. Камень. А куда он? Ну да, он ничего не отколол. Странно. Или оно в корзину сразу же складывается, слышите, ребята? Может быть, так оно и есть? Давайте посмотрим. Пробел. Поставим корзину. Да, смотрите. Камень, камень, камень. Все складывается сразу же в корзину. Великолепно. Я такого не ожидал. Поднять вообще четко. Все, теперь давайте будем откалывать камушки. Когда будет полная корзина, тогда продолжим. Так. Ребята, мы с вами нафармили, получается, достаточно. Вон, с мобов падают вот деньги, он тут пишет, короче, как можно зарабатывать. Так, мы с вами нафармили достаточно, получается, камня. Над головой у меня полная корзина с камнем. Забираем вот эти два корня. Мы, естественно, их продадим. Так, телепортируемся на респаун. Сейчас на 10-м левеле, но... Так, но в трусах, отлично. Теперь идем на аукцион. Говорили, там вот надо скупки посмотреть. Там очень хорошо можно продать камни, всякую такую лабуду. Давайте и глянем. Что тут можно у нас продать в поскупках? Тыкс, 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 тыкс. Лариса. Аукцион. Скупки. Разные. Давайте камни. Камень. Камень, камень, камень. Вот. 41 серебра. 70 серебра. Вот. Искать. 17, смотрите, 17 золота и 50 серебра мы с вами заработаем, если вот мы продадим весь камень. Конечно же, найдено вот продать. Ни хрена себе, 17 золота. Охренеть, это просто, это бомбезно. Давайте корень охотников. Смотрите, корень охотников 52 голда стоит искать. Умножаем с 2 корня, 1 платина, 4 золота. Это просто, это must have. Так, сейчас напишу. Так, все у нас отлично. Денег у нас достаточно. Мы теперь с вами богаты. Прям вообще-вообще. До хрена. Так. Идем мы к вот этому уродцу, к банкиру. Давай, заходи уже. А, не-не-не-не-не, не туда. Это не туда, не туда. Идем мы сюда, ребятки. Сейчас я сюда денег закину. Так. Строй обязательно. Вчера же трое жаловались, что у них вещи и коней потырили.
Ага. Так, понятно, банк. Давайте мы в банк. Баланс. Баланс, баланс. Давайте положить. Введите, пожалуйста, сумму. Так, открыть. У нас 17 золота. У нас платина была, я что-то не понимаю. Давайте одна платина положить. Так, вот тут я не могу понять, а почему у меня нету платина? 17 золота есть, ну давайте. 17 положить. Интересно. Сейчас напишу. Текс. Нету ничего. Короче, получается, платина куда-то моя пропала. Вот это вот есть повод для беспокойства, если честно. Потому что... Потому что... Я думал, мы с вами уже все обеспечены. Нам не надо, получается, у нас оплачено до 21.11.19. То есть у нас еще хватает времени на заработок денег. Но у нас его не хватает. У нас только вот на два раза оплатить получается. Так, ладно. Давайте посмотрим в корзине. Может, она в корзине у меня? Да, вот она в корзине. Так, блин, вот это надо не забывать за вот это, вот ерунду за всякую, вот такую вот. Все, собираем. Корзина это вещь, ребятки, вот я вам отвечаю, делайте себе такую штуку. Так, давайте одну платину и 4 золота. Все, все положим в банк. Все, вот, отлично, у нас есть деньги в банке. Так, ну люди угорают, ну да. Великолепно, прикольно. Мне нравится эта игрушка, действительно интересная. Можно тут развиваться, есть много чего такого прикольного. Я вот не знаю, надо развивать клейм свой или пока просто забор построить вокруг него. Даже и не знаю, что делать, вот если честно. Ну ладно, ребятки, на этом будем заканчивать нашу с вами серию. Мы с вами заработали неплохо денег. Мы сможем расширить вот этот наш клейм. Вот, давайте информацию посмотрим. Ничего, в принципе, не написано такого. Управление клеймом. Расширить на север, уменьшить. Так. Расширить на юг давайте вот так. Еще можно расширить. Вот отлично. Сколько будет стоить, не знаю. Теперь арендная плата. Но я думаю, нам хватит. Не сильно мы многое расширили. Ну а теперь надо будет застроиться забором вот здесь. Я даже не знаю, как, что мы это будем делать. Но это буду делать в следующей серии, либо я это сделаю за кадром, а вам уже потом покажу. Поэтому оставайтесь со мной. Всем спасибо, кто смотрит, развивается вместе со мной, что-то подсказывает. С вами была Камарачи. До скорых встреч.